чемпионат России. Почему так? Он говорит, это наша договоренность, мы решили, что так будет лучше. И вообще, нужно сказать, что очень много как раз с Александром Успенским он проводит времени во время тренировок. Успенский очень ему помогает. Набор традиционный для Ковтуна. Два четверных. Четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. И четверной тулуп отдельно. И, конечно, тройной аксель. Очень много работал для того, чтобы вернуться. Сбросил 13 килограмм. Представляете? После прошлого сезона. Чтобы обрести нормальную спортивную форму. Ну, и, кстати, было условие Елены Германовны Буяновой-Водорезовой. Говорит, тебе надо худеть, и с таким весом кататься нельзя. Я просто хочу пожелать уверенности, чтобы все получилось. Нет. Нет. Опять вот эта ошибка, он захлестывает плечами себя, и все. И там нет оси в этом четверном. Молодец. Четверной тулуп, тройной тулуп. Знаете, все равно он собрался после этой серьезной ошибки. И хочу в защиту, наверное, все-таки сказать пару слов. Очень много он пропустил. И выступив так хорошо на чемпионате России, на него снова свалился огромный груз ответственности.